Этой ночью в Самаре работа кипела на Вилоновской. Подрядная организация охватила работами по укладке покрытия проезжей части участок от середины квартала между улицами Фрунзе и Чапаевской до улицы Галактионовской. Дорожные бригады укладывали асфальтобетонную смесь ЩМА-16. Использование новейших материалов – одно из обязательных условий при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». С помощью этой смеси на улице Вилоновской преобразилось уже 8 тысяч квадратных метров автодороги. Задействовано людей порядка 20 человек. По технике у нас задействовано 3 погрузчика, 5 катков разного тоннажа. Соответственно, они как бы первые полегче, остальные средние тяжести и завершающие тяжелый каток. Ну и, соответственно, 2 асфальтоукладчика. Рабочие фрезеруют полотно, затем наносят битумную эмульсию. Для ее лучшего сцепления с новым асфальтом важно хорошо подготовить участок, очистить его от мусора. С виду сейчас очень красиво получается. Явно не стало. Дорога должна быть ровной. В этом году на Вилоновской приведут в порядок проезжую часть на участке от Спортивной до Максима Горького. При выполнении работ планируется также замена люков инженерных коммуникаций. Они будут выставлены в один уровень с покрытием проезжей части. В этом году в рамках национального проекта запланировано выполнить ремонт на 30 улицах общей площадью свыше 500 тысяч квадратных метров. В настоящее время работы на улице Вилоновской идут полным ходом. Завершить ремонт картами здесь подрядчик планирует уже в мае. Андрей Горгуленко, Юлия Василькина, Константин Головин. События.